За заслуги перед Чувашской республикой глава Чувашии Михаил Игнатьев наградил медалями чемпионку 29-й Всемирной зимней универсиады Лану Прусакову и ее тренера Никиту Васильева. Буквально на днях наши спортсмены пополнили медалями копилку сборной страны по фристайлу. Лана Прусакова взяла золото в слоупстайле среди женщин. В мужских заездах лучший результат среди россиян показал наш земляк Дмитрий Мулиндеев. Он стал пятым. Сегодня глава Чувашии встретился с участниками зимней универсиады. Это очень важно для нас, потому что, с одной стороны, это ваши результаты, а с другой стороны, тем самым звучит Чувашия. И деловой климат вообще Чувашской республики тоже поднимается. У горнолыжного спорта в республике немало поклонников. Он активно развивается. В связи с этим неплохо было бы укрепить материально-техническую базу специализированной трассы, на которой спортсмены проводят домашние тренировки. Я хотела попросить, чтобы у нас на горнолыжной базе нашей поставили какую-нибудь трубу или перилу, чтобы мы могли тренироваться, пока дома находимся. Вот, чтобы не только в зале могли заниматься или просто на лыжах кататься. Вот, чтобы немного побольше у нас фигур там было для разнообразия. Вот, было бы очень неплохо. Глава республики отметил, необходимо сделать все, чтобы этот вид спорта развивался. За высокие достижения Михаил Игнатьев вручил медали ордена за заслуги перед Чувашской республикой Лане Прусаковой и старшему тренеру сборной команды России по фристайлу Никите Васильеву. Дмитрий Мулиндеев получил благодарность главы Чувашии. Юлия Важенина, Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.